Финал 12-го чемпионата Курской области по своей игре. Первая лига, 7 тем. Ваши темы. Первая тема – Уильямы. Вторая тема – от 2 до 5. Третья тема – концовки литературных произведений. Четвертая тема – как это по-русски. Пятая тема – на одну букву. Шестая тема – кавказская еда. Седьмая тема – конец делу венец. Первая тема – Уильямы. Уильямы 10. Столько детей у принца Уильяма, герцога Кембриджского. 5. Да. Трое. Джордж, Шарлотта и Луи. Уильямы 20. Вместе с Дэвидом Паккардом он считается патриархом Силиконовой долины. Назовите его. 5, 4, 3, 2, 1. 0 – это Уильям Хьюлетт. Вспомните Хьюлетт и Паккард, да, HP. Уильямы за 30. Под этим необычным псевдонимом мы знаем писателя Уильяма Сиднея Портера. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Это о Генри. Уильямы за 40. В честь квакера Уильяма Пена получила название эта колония, ставшая... Пенсильвания. Саша? Пенсильвания, да, плюс 40. Уильямы за 50. В этой советской комедии произносится фраза «Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете, нашего Шекспира?» 5, 4, 3, 2, 1, 0. Это «Берегись автомобиля». Вторая тема от 2 до 5. От 2 до 5 за 10. По словам автора этой картины, первоначальный замысел произведения был совершенно иным. Он хотел нарисовать полотно под названием «Опять пятерка». Опять двойка. От 2 до 5 за 20. Весь третий том этого словаря посвящен словам, начинающимся на букву «П». Словарь Даля. Словарь Даля плюс 20. От 2 до 5 за 30. В 1942 году в рассказе «Хоровод» Айзек Азимов впервые сформулировал... Три закона робототехники. Да. От 2 до 5 за 40. Янок, Густлик, Томек, Гжесь и Шарик. Это именно они. Четыре танкиста и собак. Шарик – это собака, да. От 2 до 5 за 50. Это здание имеет фасад с выходом на торговые ряды, фасад с выходом на реку, фасад со станцией метро, южный фасад с парковкой и фасад с вертолетной площадкой. Что за здание? 5, 4, 3, 2, 1. Ну, Егор? Пентагон. Пентагон? Всего 5 фасадов, да. Ваша третья тема – это концовки литературных произведений. Собственно, я вам концовку, вы мне литературное произведение. До сих пор мне снятся по ночам буруны, разбивающиеся у его берега. И я вскакиваю с постели, когда мне чудится хриплый голос капитана Флинта. Пиастры, пиастры. 3, 2, 1. Бип. Пиастры. 5. Разве не «Остров сокровищ»? «Остров сокровищ», конечно. Роман Стивенсона. За 20. Минус 10, плюс 10. За 20. «С ним все будет в порядке», – тихо сказала Джинни. Взглянув на нее, Гарри... Гарри Поттер и дары смерти. Да, плюс 20. За 30. «Лицо будто бы у доктора было совершенно зеленое». И все, но все вдребезги исцарапанное. И Филипп Филиппович в тот вечер сам на себя был не похож. «Собачье сердце». «Собачье сердце» – это повесть Булгакова. Концовки литературных произведений за 40. Но ужель он прав, и я не гений? Гений и злодейство – две вещи несовместные. Неправда. О Бонароте. «Моцарт и Сальери». Да, это трагедия Пушкина. За 50. Почти все люди хорошие, глазастик.
когда их в конце концов поймешь. Он погасил свет и пошел к Джиму. Он будет сидеть там всю ночь, и он будет там утро, когда Джим проснется. 5, 4, 3, 2, 1. 0 – это убить пересмешника Харпер Ли. Плюс 60. Егор плюс 60. Плюс 90. Плюс 90 – Дмитрий. Плюс 90. Александр плюс 90. Плюс 50. Евгения плюс 50. Как это по-русски? За 10. Как это по-русски? За 10. Боязнь его называется папофобией. Папа Римского. За 20. По-гречески он хранитель спальни, а по-русски? 5, 4, 3, 2, 1, 0, евнух. Как это по-русски? За 30. Это греческое слово означает оцепенение и бешенство. 5, 4, 3, 2, 1, 0, наркомания. Как это по-русски? За 40. У французов они называются пус, индекс, мажор, анюлер. Пальцы плюс 40. Как это по-русски? За 50. Из-за паров от горячих источников эту столицу когда-то назвали залив дымов. 5, 4, 3, 2, 1. Ноль – это Рейкьявик. Вулканы. Плюс 100, плюс 90, плюс 90, плюс 60. На одну букву в ответе два слова, начинающиеся на какую-то одну букву. За 10. Весь мир ее знает как ББ. 5. Бриджит Бардо. За 20. В мультфильме «Пес в сапогах» именно они были противниками главных героев. Коты кардинала плюс 20. На одну букву за 30. Экономные музыканты утверждают, что медиаторы можно делать из нее. Экономные из кредитных карт. Если медиатора на нее уже не купить. Да, плюс 30. На одну букву за 40. Игроки в «Что, где, когда» хорошо знают этот закон. Особенно если номер вопроса 8. 3. Правильно, Пушкин. Пиши, Пушкин. Я зачту плюс 40. Принцип Пушкина или пиши, Пушкин. На одну букву за 50. Назовите коэффициент, связывающий величину энергии кванта электромагнитного излучения с его частотой. 5, 4, 3, 2, 1. Постоянная планка плюс 50. Ваша шестая тема – кавказская еда. Кавказская еда за 10. Это блюдо готовят из баранины, репчатого лука. Шашлык. Это минус 10. Репчатого лука. Это минус 10. Лука, зелени, виноградных листьев. Долма. Это плюс 10. Мацони и специй. Кавказская еда за 20. Если вы будете в Мегрелии тушить мясо с орехами, то получите этот суп. Харчо. Кавказская еда за 30. Это блюдо варится из требухи и копыт. В конце варки, по желанию, хаш. Можно добавить молоко плюс 30. Хаш. Кавказская еда за 40. Грузины утверждают, что это блюдо обязательно надо готовить из индейки. Подается оно с одноименным соусом. Терияки. Это минус 40. Грузины и терияки достаточно далеки друг от друга. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Сациви. Харчу уже было. Сациви. Кавказская еда за 50. В азербайджанской кухне есть блюдо, которое называется гюрза. В русской кухне это блюдо называется так. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Это пельмени всего лишь. Перед седьмой темой результаты такие. Так. Плюс 120,
плюс 130, плюс 100 и плюс 140. Плотненько, плотненько. Конец делу венец за 10. В числе наиболее популярных его причин считаются... Конец света. Голод, астероиды, климат и даже зомби. Плюс 10. Это конец света. Конец делаю венец за 20. Кончик языка лучше всего различает такой вкус. Сладкий. Это плюс 20. Конец делаю венец за 30. Эта группа спела нам о девочке Элис. 5, 4. Конец фильма плюс 30. За 40. В Новгородской Боярской республике концом называли его. Тишина в зале. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Это часть города или район города? Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. И за 50. В ответе два слова. Последний эпизод американского сериала «Остаться в живых» называется именно так. 5, 4, 3, 2, 1, 0 называется «The End». И мы поздравляем Евгению Болдыреву победой в нашем чемпионате. Серебро завоевывает Дмитрий Белоусов. Аплодисменты. Егор Кошунов, бронза.